Терапия искусством. Так называется кабинет реабилитации, который открылся в городской клинической больнице номер 1. Специально для пациентов, перенесших инсульт, артисты Чувашского театра кукол придумали лечебную постановку. Спектакль – это один из методов реабилитации людей, которые перенесли инсульт. Для людей с черепно-мозговой травмой – заболеванием нервной системы. В кабинете реабилитации специалисты, кроме традиционных занятий с психологом и логопедом, будут проводить занятия изобразительного и художественно-прикладного направлений. Занимаюсь реабилитацией уже с 2009 года. Мы очень рады проекту, который совместно развивается под эгидой нашего Республиканского женсовета, Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Мы рады этому проекту. Почему? Да потому что мы уже отрабатывая вопросы по реабилитации постинсультных, мы поняли, что самое главное потом в реабилитации создавать еще атмосферу. Пока специально созданных мини-спектаклей – это возможность более скорого возвращения к нормальной жизни. Арт-терапия может помочь с восстановлением двигательных навыков. Когда нужно восстановить мозговые функции у человека, перенесшего инсульт, легче это делается путем сюжета. Вместо того, чтобы просто пальчиками касаться друг друга, жених целует всех невест по сюжету. И когда больной человек смотрит этот сюжет и работает с этой перчаткой, как с наглядным пособием, ему легче вспоминать именно сюжет, его мозговая функция восстановится гораздо быстрее. Задача специалистов-врачей состоит в предоставлении возможности максимально быстро вернуть таких людей к нормальной жизни. А такие спектакли дают возможность почувствовать себя обычными людьми и получить заряд положительных эмоций. Анастасия Гаврилова, Антон Вовк, Республика.